Это бусинка. Среди фееринок она главная по красоте. Наводит ее на все легким движением руки. Совершенно не фейна. Здесь нужна фееричная косметика. Какой яркий чемоданчик. И сколько здесь всяких модных штучек. Зеркальце. Прекрасненько. Лак поставлю здесь. Классненько. Помаду поставлю рядом с лаком. Фееричненько. Какие блестящие сережечки. Модненько. Расчесочка. Розовенькая. Тени. Чудесненько. Теперь фееричненько. Какое платьице! Совершенно не модненько. Украшу наклеечками. Для этого нужен утюг. Положу платьице на гладильную доску. Приложу наклеечку. И приклею утюжком. Теперь будет просто фееричненько. Бесподобненько. Интерьерчик нужно оживить. Одеяльце желтенькое. Вкусненько. Розовый. Это мой любименький цвет. Посуда совсем не фейная. Розовые чашечки. А на блюдечке я бусинка. Правда здесь красивенькая? Чего-то не хватает. Чайничка. Фееричный чайничек. Смотри, здесь буковка, дрема, фантик и я, бусинка, самая красивая, модная из всех фееринок. Теперь очень красивенько. Так-так-так. Совершенно не модненько. Совершенно не красивенько. Совсем не фейно. Что же с вами делать? Идея! Какой стильненький! Теперь займусь машинкой.
отличненько! Такая ты классненькая! Ого! Как головокружительно! Ой, посмотри, кто здесь! Это все мы, фееринки! Такой розовенький! Фееринки! Теперь интерьерчик стал совсем модненький! Очень феерично! Тебе нравится, как я украсила комнату? Напиши об этом в комментарии с пометкой для бусинки. Это я. И не забудь подписаться на наш канал Фееринки Плей. И поставить лайк. Пока!